Аурте Агиреччи наносит удар по воротам Горки и Раисоса. Вратарь сыграл надежно. Ну, а это еще один гол в исполнении Льоренте. Снова гол получается очень красивый. Здесь на опережении играет центральный нападающий Бильбао. И протыкает мяч в угол ворот. 69-я минута, 1-2. В итоге Бильбао одерживает наконец-то первую победу в этом чемпионате в 7-м туре. И страшно подумать, выходит из зоны вылета.